нет, он же с той же скоростью спускается. Да, просто интересно. Страшно. А ты думаешь, что... Видишь, как скорость? Какая-то... А там водоем? Наверное, водохранилище. Качает нас. Вот тут сандали лучше не терять. Уже за ними не пойдешь. За сандалями. Поэтому с телефоном лучше с этим сфотографировать. Еще круче спуск. Я думала, как в аттракционах, что круче, но быстрее. А люди на лыжах спускаются. Представляете, какая ответственность это будет содержать? Испытание там. Да. Квадроцикл. Какие дела?